Добрый день. С вами Николай, и мы играем в Far Cry. Здравствуйте, 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 мои дорогие. И что у нас интересного? Направиться в лагерь, в джунглях убить командиров двух группировок. Направиться к посадочной площадке, забрать алмазы украденных торговцев оружия. Шакал планирует торговцев. Так, чтобы мы могли подкопить пограничника, он двинулся, но он был прав. Сначала я ему помогу, потом, возможно, убью. Хочет, чтобы я убил лидера, даже торговцев оружием, забрал его бриллианты. То есть мы можем сперва... Короче, надо смотреть, что мы можем, да? Нам надо выйти отсюда. С тюрьмы. Как оказалось, все намного проще, чем думалось. Я в прошлой серии, может, помните, искал решение, как бы мне сделать так, чтобы выбраться с этого тюрьмы, ну, типа, задание взять. Оказывается, все просто, просто надо было выйти через двери, только в другие. То есть, направляющиеся сюда. И все. Ну, так мне получилось пройти заковыку. Я смотрел прохождение других людей. У них немножко по-другому все было. Так, таблетки еще есть, это хорошо. Малярия, ваша какой-то. Тут мне привет отправить, что ты не забудь, что у вас. Да, я думаю, нормально. Достаточно. Сейчас начнется, мне кажется. Когда пройдем вот эти деревья, что-то начнется. Ох, фишка. Деревья. Ага, хорошо. Это, по-моему, да. Аптечка, это хорошо. Бежал. Ну это я протыкал, да. Может, ему кто-то помогать будет? Посмотрим. Короче, вот у... не пулемет стоял, это АГС стоял. Нормально это? Я не рассчитывал на такую заподлянку. Не, ну хорошо, хоть не попал. Так. Ну, патроны взять. Патроны.
аптечки у меня полные, так что... Нормально. Сейчас посмотрим, что нас ждет. Ну. О, вот это еще идти. Не, ну если машина будет вообще шикарно, но ее походу не будет. Ну да. Хатка, сохранится. Подожди, ладно, ну это хатка, да, а где машина? Ты чё, блин? Где моя машина? Да хотя бы, блин, оставили какую-то фигню, или, блин, велик. Самокат. Что-нибудь, ролики, ёп. Что быстрее было бы. Ну ладно. Придется пешком шнырять. Ну, что уж поделаешь. Еба. Ничего прикольненько. Джунгли прикольные. Не понимаю, что за страна. Пустыня, джунгли. Что-то непонятное немножко. Ну, а африканская почему? Потому что фауна более африканская. Ай, ёптить. А вот он плохо. Сейчас сколько придет. Ну, крокодилы. Это что-то стрёмно. Не знаю, что это было. Ой, блин, два раза. Не, ничего не. Ты два раза нажал, блин, подряд. Сейчас, погодите. Забыл нажать. Ладно. Там, блин. Я чуть-чуть прошелся. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вот буквально вот отсюда я прошел.
Без записи, простите меня, пожалуйста. Так получилось. Забыл уже один запись. Чары. Блин. Да что-то я, блин, расслабился. Ну, я так понял, мне вниз надо. О, ты чё? Ну что, только тебя вот этот. Блин, не понимаю. Что за нахрен происходит? Не, искусственный интеллект, он хитрожопый. Он в такие щелочки попадает. Вот как он оттуда мог мне попасть, чтобы снести мне столько жизни, а? Объясните. Хитрожопый. Вы задолбали. Вы охренели. Стой, подожди, откуда, я не понял. О, блин. То есть вы хотите сказать, что вы выпали с этого самолета, да? Ну, по сути, так. Что это? Птичка, вот это мне. Патрон я тоже сам понимаю. Что-то я не понял, я не туда пошел. Да нет, сюда, сюда надо идти. Обойдем. Как все запутано. Чё? Куда мне теперь? Ага. По сути, мне можно было вниз не спускаться, да? Ничего не понимаю. Можно попробовать туда пройти и убить этих чуваков. Можно пойти сюда и забрать. Хер его знает. Пошли убьем чуваков. О! Гранаты. Гранаты. Не, прибонтный набор, если можно было бы. Было бы вообще шикарно. Короче, не знаю сейчас. Типа не стрелять здесь? Ладно, давай пройдем посмотрим.
Я буду ржать, если они начнут меня стрелять. Не, не, вроде. Пока не убивают. Пока нормально на меня смотрят. И это немножко меня удивляет. Черт, я вообще куда-то пошел не туда. Войска обходят озеро. Они зайдут с обоих флангов. Наши люди прослушивают радиопереговоры. Цели движутся на восток в этом районе. Здесь им придется притормозить. Если грузовики пройдут, мы догоним их здесь. И нет проблем. Пленные, взятые у переправы, дали показания. По их словам, последняя группа находится здесь. Это примерно на милю в сторону, но мы приближаемся. Первая группа зашла с юга от водопадов и шла за ними полтора километра, после чего связь прервалась. Бежи, Николай, бежи! Ух ты, это что-то было! Это что-то было плохое. Бежим, 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 бежим. Так, хорошо. Так, теперь нам надо вот сюда и пойти за брюликами. Не, ну мне самое главное было убить этих двух чуваков, а все остальное не важно. Все остальное не так уж и важно. Наверное. Сюда, направо. И тут возникает вопрос, будут меня стрелять или нет? Скорее всего, будут. Сейчас посмотрим. И вот ты здесь. Все нормально, кажется. Хватит тратить время, пристрели. Извиняюсь. Мы попали! Я прикрою, а он сейчас все повзрывает. Ничего не понимаю. Давайте еще раз. Немного не понял, почему они начали меня стрелять. На прилежащих посадочной площадке изобрать алмаз, украденный торговцам оружия, шакал, планирует... Подожди, то есть вы хотите сказать, что... Ладно, сейчас, подожди. Пока же они меня не стреляют. Сейчас пройдемся, посмотрим, будут они меня стрелять или нет. Это у меня есть, все хорошо. Смотрим. Здесь у нас пулеметная установка. Алмазы у меня. А чуваков нету. Не пытайся удрать, далеко не уйдешь. И вот ты здесь. Все нормально, кажется. Хватит тратить краски. Так, теперь я не понимаю. О, блин, я плохо спрятался. И тут я плохо спрятался.
То есть, смотрите, я их не трогал, они меня начали трогать. Правильно, правильно. Я же не виноват, не виноват. Теперь начинаем стрелять их. Он направляется к хижине Шакова и отдать алмазы. Да ёперный, блин, что ж такое? У меня все оружие позаклинивало. А дробовики я не перезарядил. Сейчас, не перезарядил. Я понял. Так, здесь перезарядили, здесь перезарядиться. Плохо, когда оружие выходит. Плохо, 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 конечно. Так, смотрим, куда мы можем... Куда мы можем убежать так, чтобы меня не стреляли. Они везде вокруг, да? То есть, по сути, а если... И вот ты здесь. Все нормально, Кашка, извиняюсь. Вы простите, но вы мне первые начали стрелять. Друзья, так называемые. Все? Да? Козлы. Короче, каждый из них... работал, короче, помогал мне для того, чтобы я им помогал, короче, тогда сказал, да, и имел свою выгоду, то есть они, по сути, козлы, меня использовали и чуть не убили. Так, все, я понял, пошли. Да, походу мне вот туда надо. Правильно? Да. В эту сторону. А что здесь крокодилов не было? Ну, если брать третью часть, там уже, да, появились и фауна, и кусается, и больно, и грызется. Ну, тут более-менее нормально все. Поехали. Здрасте, ух ё. А, то есть, по сути, я мог бы оставлять здесь свое оружие и потом его брать. Я понял. Ну, я лоханулся. Еще. Придется заедающим оружием проходить. Ничего ты не сделаешь. Здрасте.
Ну, если честно, ну, тут немножко неправдоподобно. СВДХ должна намного дольше держаться перед тем, как вот выходить из лада. Да. Топ. Здрасте. Да вы задолбали, идите нафиг. Боже, у меня руки такие грязные. Дом, посмотрите. Ужас. О, смотрите. Почти готово. Дай-ка мне портфель. Все здесь, отлично. Пригодятся. СНС и фронт все еще гоняются за гражданскими. Думают, сумеют всех перебить или затащить обратно. Теперь будут умирать только виновные. Я заложил динамит вон там, у выступа скалы. Детонационный шнур применить не получится. Один из нас должен будет подняться туда и подрубить взрыватели по аккумулятору. Обвал перегородит дорогу и не даст солдатам догнать беженцев. Ну и убьет беднягу, который его вызовет. То есть тебя или меня. Второй отвезет эти алмазы на границу, подкупит охрану, так что проблем с проходом не будет. Гражданские сегодня соберутся в лагерях до последнего засранца. Когда сделка будет завершена, этот человек, ты или я, прострелит себе голову. Я бы сделал все сам, вот только времени нет. Лучший вариант действий — продумать все сначала до конца. Каждая раковая клетка должна быть уничтожена, включая тебя и меня. И если не доведем дело до конца, все пойдет правильно. Я не раковая клетка. Сначала, ладно, я взорву. Так что выбираешь, алмазы или динамит? Решать тебе. Живи, жопа. Знаешь, куда идти. Через час я буду мертв, и ты тоже. Африка снова побеждает. Так. Короче, иди, наверное, куда-нибудь сюда. Сейчас попробуем. Блин, подождите 2 секунды. Так, простите. Так, а как? Я не туда пошел. Я понял. Я опять лоханулся. Там, блин, настроения нету, блин, бесит. Мысли дурацкие, и то и протыкал его. Ох ты ж падла. Иди сюда, сучка. Да кто там, блин?
Надо понять, что это за пулемет. Это американский пулемет конченый, который через 2 минуты начинает плохо работать. Выжил, скорее всего, да? Да. Вот тебе здрасте. Собака дикая. Так, смотрим. Тут должна быть какая-то херня, которая нам нужна. Вон эта херня. Ящик с взрывчаткой, да? Да. Динамит. Ну что? Пробуем. И... Так, от провод откуда у меня? Чё? Что это мы делаем? Что это мы делаем? Ой, а чё всё потухло? А чё потухло? Всё нормально. Бах. Их подкупили, журналюга живой, люди живые, консла... Не, они это пропуск, он пропуск. Кто-то рис тащит, или что это он тащит, не знаю, что-то тащит, жратву. И следуя друг за другом, более 2 миллионов человек бежало в соседние страны. Гуманитарные организации отмечали удивительное малое число жертв среди гражданского населения. Это объяснимо, бла-бла-бла. Уцелевшая верхушка СНСФ сформировали временное правительство, пытавшееся восстановить порядок в раздробленной стране. Попытка не удалась. Репортаж о войне был проигнорирован новостными агентствами, и он выложил в личном блоге. Личность Шакала остается загадкой. Его тело найдено не было. Был убит. Все, друзья, на этом все. Лет гейм дизайна. Короче, смотрите, в чем фишка. Видели вот этот конец этой, то есть эпопеи, чем мы закончились. То есть я взорвал, да? Если бы я, выбрал бы, вот этот. А можно попробовать? Подождите, ну сейчас посмотрим. Подождите 2 секунды. Да, 34. Давайте попробуем. А чё я не могу? Друзья, не-не-не-не, вы так не надо. Сейчас. Перезапустим. Давайте продолжим. Сейчас мы вторую концовку попробуем, посмотрим, что она будет. Так, отдаем ему алмазы. Все здесь отлично. Да я решил, чтобы показать, что будет. СНС и фронт все еще гоняются за гражданскими. Думают, сумеют всех перебить или затащить обратно. Теперь будут умирать только виновные. Я заложил динамит вон там, у выступа скалы. Детонационный шнур применить не получится. Один из нас должен будет подняться туда и подрубить взрыватели к аккумулятору.
Обвал перегородит дорогу и не даст солдатам догнать беженцев. Ну и убьет беднягу, который его вызовет. То есть тебя или меня. Второй отвезет эти алмазы на границу, подкупит охрану, так что проблем с проходом не будет. Гражданские сегодня соберутся в лагерях до последнего засранца. Когда сделка будет завершена, этот человек, ты или я, прострелит себе голову. Я бы сделал все сам, вот только времени нет. Лучший вариант действий — продумать все с начала до конца. Каждая раковая клетка должна быть уничтожена, включая тебя и меня. И если не доведем дело до конца, быстрее. Все пойдет прахом. Фарс начнется сначала, как всегда. Так что выбираешь, алмазы или динамит, решать тебе. Давай, попробуем с алмазами. Отличный все? Пистолет. Никогда не клинит. Один выстрел, все, что тебе надо. Ты ведь на последней стадии, как и я. Но мы можем сами поставить точку. А, ну то есть, по сути... Что бы я ни делал, все равно мне умереть придется. Так, ладно. По сути, мы сейчас будем идти, тоже на нас будут нападать, надо будет отстреливаться. Вон они уже бегут. Та-ра-та-ра-та-дам. Ну, если они начнут меня стрелять, значит это плохие. Если не начнут, значит хорошие. Скорее всего, плохие. Не знаю, чем это закончится, сейчас будем смотреть. Так, идем аккуратненько. Мы сдадим оружие, наверное. А выкинуть как оружие, я не знаю, так что, простите. Придется с оружием идти. Все основания пристрелить тебя на месте за то, что ты пронес сюда оружие. Внимание, внимание! Все переселенные граждане находятся под защитой... Я не думаю, что ты расскажешь, кто стоит за всем этим. Я даже и не мечтал об этом. Скажи, что ты можешь для меня сделать? Любой, кто приблизится к периметру с оружием... Ну, я думаю, мы теперь доберемся до убежища. Будет открыт огонь без предупреждения. Но ради тех, кто остался снаружи, я надеюсь, у тебя есть еще какие-нибудь идеи, помимо этого своего плана? Ну, видите, по сути, то же самое, единственное, что непонятно со мной, какая фигня будет. То есть, умер, не умер, что, ну, в смысле, с персонажем с моим. Не со мной, с персонажем, да. Ну, журналюга живой,
Опять же, в любом случае журналюга остается этим, отдаем алмазы. Ну и все. Короче, со взрывчаткой намного легче. Меньше противников. Да. Но непонятно, что будет с героем. Все, друзья. Все на сегодня. Завтра посмотрим, что мы будем проходить. Всем спасибо. Ну, игрушка интересная, по сути. Ну как, на один раз. Честно, второй раз я бы ее не проходил бы. Первую часть то же самое, наверное, тоже так прошел и все, и забыть. А вот вторую, ну она сырая. Сыровато. Много, много таких недоделок в ней. То есть баги там, ну вы видели сами. То есть непонятно, непонятно, что зачем проходить, чтобы можно было зайти. То есть, понимаете, ну то есть, ну, настолько не продуманный, ну, сюжет продуманный, но есть костыли конкретные, которые надо, как-то их надо пытаться перескакивать. То есть, ну, а так, интересно, прикольно, да, честно. То есть, я рад, что я в нее поиграл, довольно интересная игра. Но не это не третья, третья очень интересная, а вторая такая. Так что, все, всем спасибо, всем пока, до следующей серии. С вами был Николай. Скоро все будет хорошо, а мы подумаем, что будем. В какой мир погрузимся вновь. Может, это будет фэнтезийный, а может быть, это продолжение, не знаю еще. Все, всем спасибо, всем пока, пока-пока.